Черноморская регата стартует 30 апреля в Болгарии. Затем яхты зайдут в Новороссийск, следом в Сочи. Из курорта отправятся в Румынию. В нашем городе самые большие учебно-парусные суда со всего мира, включая российские «Крузенштерн», «Мир», «Надежда», «Седов», будут находиться 4 дня. Участниками регаты станут более 1500 моряков. Во время стоянки кораблей в городе пройдут праздничные концерты. О том, как Сочи готовится принимать крупнейшее международное мероприятие, говорили на совещании. Его провел исполняющий обязанности первого заместителя главы города Сергей Юрченко. Уникальность в том, что это будет 22 красивейших судна, которые прибывают из 9 стран мира. Поэтому у нас будет возможность не только посмотреть на эту красоту, но и пообщаться с капитанами этих судов, пообщаться с матросами и другими членами экипажа. Мы проведем это мероприятие на Южном моле. Там 4 дня будут проходить праздничные концерты. Благодаря проведению регаты, отметил Сергей Юрченко, у Сочи, как уже известной во всем мире столицы зимних игр, есть шанс подтвердить репутацию спортивной столицы, в распоряжении которой вся необходимая инфраструктура, в том числе современный морской порт и марина. Добавлю, что в дни проведения регаты, 17 мая, в Сочи официально откроют летний курортный сезон.